Красноярского олимпийца увезли с горнолыжного склона на носилках. В полуфинале сноуборд-кросса в Пхёнчхане Николай Алюнин на огромной скорости упал и сломал ногу. Медики эвакуировали спортсмена с трассы и отправили в больницу. Причем все предыдущие заезды спортсмен выигрывал. Скорее всего, на этом олимпиада для красноярца завершилась. Напомним, на играх в Сочи Николай Алюнин завоевал серебряную медаль.